зафиксировал, что в этом году этой гитаре исполняется ровно 100 лет. В 1913 года изготовлена в торгово-кабачном товариществе Винокуров и Синицкий. Вот здесь, если кто интересуется, могут ко мне подойти. Здесь на этикете сохранены 7 медалей. Написано торгово-кабачного товарищества Винокуров и Синицкий. Ну, еще кое-что есть на записи, но не все четко. Предположительно, мастер Бабков. Так что это старинная русская гитара, это не цыганская гитара, как некоторые думают. Это старинная русская гитара, вот, сочетание русского стиля и стиля барокко.